Привет, мой видеоблог. Наконец-таки у меня скачала простуда, и мы собираемся ехать куда-то там отдыхать, праздновать дорожку Жинки Сапра. Сапер, ты почему так не организовал хорошо, что вот эти все люди приехали, и мы сейчас вовремя тронемся с места? А это что, обслуживающий персонал? У тебя вот на всех фотографиях одна и та же рожа. Вот кивает. Скажи что-нибудь словами. Что сказать? Ну, привет, мой видеоблог. Привет, твой видеоблог. Я Виталий Коловиков. Я Виталий Коловиков. Всех порву. Всех порву. Моя хата с краю. И задавлю. Упаду и зашибу. Ну, передай привет кому-нибудь, кого давно не видел. Тетя уже надоела. А? Тетя уже надоела тут ездить. Ну, так что? Ну, что, мы едем мясо жрать, плов готовить. И бухать, как обычно. Когда едем-то? Хотя с такими организаторами, да. Как... Короче, ой, давай, разворачивайся. Ну ладно. Пока, видеоблог. Привет. Привет. Что, куда едем? Куда-то туда. Не туда. Не туда? Туда. Туда. Так что, куда ехать-то? Привет, мой видеоблог. Наконец-то мы празднуем. И пока, значит, именинница не вышла еще к гостям, у нас есть возможность взять эксклюзивное интервью. Настя, привет. Привет. Как дела? Вообще круто. Ну что, как тебе вечеринка? Мне очень нравится, все самые мои близкие сегодня смогли приехать, я этому очень рада. Понятно. Ну вообще, что планируешь на вечеринке? Гулять, веселиться. В какой-то веке затяжная зима, мы встретились. И жаль, что кто-то не приехал, кто-то не смог. Очень всё. Жаль. Ну ладно, видеоблог, пойдем посмотрим, что там дальше есть. Привет, мой видеоблог! Мы сегодня на сумасшедшей вечеринке, и здесь происходит что-то невероятное. Видно было. Давайте петь! Давайте жизнью! Привет, мой видеоблог. У нас уже утро, мы наконец-то проснулись и вышли, все, кто смог, на природу, для того, чтобы повторно поесть. Мы любим есть специи. Настя, что, как вечеруха прошла? Ты вел активно свой видеоблог. Начало Ой. И конец. Саш, кто был? 25 человек Все народу. Сколько были. Обещал, столько и приехал. А кто твои? Мои коляски любимые. Мои. Мои кто коляски. Еще? А есть какие-то сволочи, которые не приехали? Да есть. Ну не сволочи. Ну Саш. Олесь, как отдохнул? Класс. Зарядил, что ли, пакость свою? Пакость, как ты вчера... Пакость вчера раньше всех спать ушла. Я маленькая. Это ты сейчас для прессы просто такое заявление делаешь? А как на самом деле? Я просто уточню. Не скрывай, переворачивай. Пак, что, как отдохнули? А нет, замечательно. Что не понравилось? До сих пор. Что не понравилось из еды? Алис проиграл 50 рублей. Смотри, сколько Кока-Кола. Не замерзла. Не замерзла? Нет. Так что... Видеоблог, мы вчера спорили, замерзли ли Кока-Кола. На 500 рублей. На 50 рублей. На 50 это было. Виталик-то спорил на 500, а ты на 50. Нет. Ты как отдохнула? Тук-тук. Тук-тук. Не видно. Скажи видеоблогу привет. Привет. Ну ладно. Мы будем есть. До новых встреч, мой видеоблог. А есть мы будем в Вискаре с колой.